Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Buddy. Buddy в данный момент находится в самом начале своего пути на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас это самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наши исследования Buddy сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Buddy – это централизованная платформа для автоматизации разработки приложений. Структурно состоит из среды разработки и маркетплейса приложений, где разработчики могут публиковать свои работы и монетизировать их. Мы видим достаточное количество партнеров, которые являются лидерами в своей области. Также достаточно уважаемые бренды, которые уже используют Buddy для автоматизации своих операций, разработки приложений. Также нам предоставлен ознакомиться с отзывами других разработчиков относительно данного проекта Buddy. У Buddy самая богатая интеграция со всеми видами экосистем. Ежедневно крупные компании совершают десятки сборок своих приложений, тестируют их, ну и ставят перед собой там следующие задачи. Требуется крупная и постоянно расширяющаяся инфраструктура для всех этих процессов, которую необходимо круглосуточно поддерживать. И ICO Buddy нашло решение. Мы видим преимущество данного ICO в том, что есть автоматизация трубопроводов, песочница бета, интеграции, автоматизация грид, DevOps Marketplace, блокчейн options. Токены в системе. Buddy намеревается токенизировать рынок автоматизации разработки. BUD будет являться утилитарным токеном, необходимым для покупки платных приложений внутри системы, также для обеспечения безопасности и прозрачности взаимодействия участников системы, стимулирования сторонних разработчиков. Также BUD будет являться источником управления всей системой. Нашему вниманию также предлагается ознакомиться со статьей журнала Inc. А журнал Inc. он посвящен новым предприятиям и стратегиям. Следующий раздел у нас идет «Дорожная карта». И мы видим, что проект начался в 2016 году. Можно отметить четко распланированный график. Развитие проекта идет за планом, и команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Также на сайте предоставлены документы, чтобы мы могли ознакомиться более подробно со всеми аспектами данного ICO. Что касается команды, здесь все хорошо и внушает спокойствие. Над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Также мы можем ознакомиться с информацией о токене. Мы видим, что это стандартный ERC-20 на платформе Ethereum. Также общее количество выпущенных токенов, цена и hard cap мы видим.
В самом конце сайта нам предоставлены социальные сети, где мы можем стать подписчиками данного проекта, быть в курсе последних событий. На этом обзор нового ICO проекта Buddy закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!